22 апреля мы приехали кататься на сноубордах и лыжах. А вон они, горы. Не знаю, как это получится, каша, не каша там. Посмотрим сейчас. Сама. Взяли прокатики, все. Нет, по-моему, сама кабикалянцы. Идем покупать все. Я уже вспотел. Только думаю, нафига мы сюда приехали летом. Сейчас мы поднимаемся до 1400. И тут все прямо земля. Земля земельная. Земельная, да. Снега не вижу я. Есть кусочки снега, сейчас покажу. Поднялись до цирка, сейчас едем наверх. Каша такая, тебе как? Пока что новые лыжи трудновато для меня, потому что они очень большие, ими сложно управлять. У тебя же фрирайдовые, да? Да, фрирайдовые. Вот, очень большие. Первый раз, конечно, непривычно. Вот так вот. А так нормально. Под ногами каши, конечно, жарко. Но очень здорово и красиво. Я попала в кадр. Отлично. Я тоже ребят сниму, если они не против. Вот люди прямо из тьма. Молодцы, прикольно придумали. Мы катаемся только в первый цирк туда. Я сейчас попробую поснимать с телефона наш спуск. Вот типа весь спуск как бы. Все, закрыли сезон. Зашли в грузинский ресторан и ждем еду. Разговариваем тихо, то вдруг вот этот вот мальчик заснёт. Он же
Спи. Спи. Два подъемника работают, одна трасса практически, которая сначала едешь, потом она разветвляется на два, и я не знаю, как название трассы, приезжаешь опять к подъемнику и вверх на одном подъемнике. В общем, мы с Ксюхой покатались. Нам немножко скучно. Лучше мы внизу перекусим. Пообедали. Шикарный день. Я думаю, на этом закончим вот это видео. Мы потому что идем туда, в скейт-парк. Если хотите, можете посмотреть продолжение. Всем пока!